Концерт, который превзошел ожидания не только поклонников, но и выступающих. На громкой площадке ВК «Стадиум» прошло яркое выступление группы «Моя Мишель» в космической тематике и с огромной летающей тарелкой прямо над сценой. Мне всегда говорят, ты такая космическая, ты такая неземная. Мне никогда так не казалось, я всегда себя считала совершенно обычной девчонкой. Но решила пойти на поводу у публики в этот раз. Конечно, в своей голове я уже собрала олимпийский. Олимпийский, не олимпийский, но по сравнению с прошлым концертом в 3000 человек, «Моя Мишель» собрала 7000 зрителей. Скажите, немало. Я уже на всех успела накричать. Ну, не так экран висит, не под тем углом. Вот. Но потом пришли дети, у нас сегодня будет целый огромный большой хор, и они вот все напряжение сняли. Конечно, в итоге все прошло замечательно. И кроме хора детей, на концерт пришли друзья-солистки Глюкоза с дочерью, кстати, которая выступила на разогреве, а также Андрей Губин. Мы являемся поклонниками друг друга. И мне все его творчество очень нравится. Мне, к сожалению, не получилось принять участие в его трибьюте. Но вот он говорит, что забирайте, что хотите, делайте. Может быть, мы сделаем что-то еще, какой-то кавер на него. Ну а пока кавера нет, наслаждаемся уже вышедшими треками и узнаем про новый сингл «Город ангелов». Песня еще не вышла. То есть все люди, которые сегодня пришли на концерт, они эксклюзивно услышат впервые эту песню. Песня выйдет только через 2 недели, а альбом выйдет в феврале. Также солистка поделилась, какие будут треки в новом альбоме. Все треки будут разноплановые. Будут и пафосные треки, и треки с самоиронией, и быстрые, и медленные. Ну а какие песни любят больше всего сейчас, мы решили узнать у фанатов прямо на концерте. А есть любимая песня? Какая? Любимая песня «Хватит убегать», ребята. Хватит убегать. Если вы куда-то убежали, возвращайтесь обратно, вы попадете на концерт «Моя Мишель» обязательно. Женя невролог. Она любит «Мою Мишель». Я люблю «Мою Мишель» с момента, когда вышла песня «Зима в сердце». И с того момента я влюбился. Но когда вышло «Время меняет направление», я начал отношения. Это прям песня отношений. «Моя Мишель» и правда стала любимицей публики, что некоторые отдают ей свои ценные вещи. Недавно была ситуация, когда перед сценой как-то пролезла женщина, у нее были золотые роликсы, она вот так снимает и мне говорит: «На, держи». Я такая: «Нет, нет, 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 завтра, типа, вы протрезвеете, передумаете, а у меня будут ваши роликсы, нет, нет, нет». И я, в общем, не приняла этот подарок. А может быть, и надо было принять дорогой подарок? Да кто знает, ведь стоимость концерта обошлась как роликсы, а может быть, и вдвое, и втрое больше, а это 7 миллионов рублей. Кстати, концерт, нам сказали по секрету, окупился. Мне кажется, что я из сложного артиста стала более точным артистом и автором. Но бывает не все гладко, как казалось бы. Да, представляете, мне Дима Билан отказал. Он сказал сначала, что ему очень понравилось. А потом, я не знаю, может быть, он с кем-то посоветовался, или кто-то его отговорил, а потом сказал, что ему уже что-то не зашло. Ну а солистка из группы не стала долго расстраиваться и написала новую песню, но уже для другого исполнителя. Он согласился, мы уже даже вместе попробовали спеть, это будет прям прорыв. А какие прорывы еще ждать от «Моя Мишель» в дуэтах и в личных треках, мы скоро узнаем. We'll be right back.